Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ривенгард. Я по-прежнему не прошел тут уровень, но я хочу сегодня просто пофармить. Так, что у нас тут такое? Мне сказали, что надо почистить клан. Что значит главы нет 5 дней? Ребят, вы чё? Я периодически захожу. Буквально вот когда был? 2 дня назад. Значит так, почистить попросили. Что у нас здесь не так? Давай смотреть. Я обещал, ребята, кто больше недели не появляется, того мы чикаем. Действительно, активность 5 дней назад. Извините, ребята. Время летит очень быстро, я даже этого не заметил. Так, 9 дней. Удаляем. Исключить. Так, дальше. Псела. Тоже исключаем. Смотрим дальше. Так, 7 дней. Неделя, ребята. Исключаем. 10 дней. О, так тут много кого надо исключать. Пол гильдии считай. Так, исключаем. И здесь тоже исключаем. Так, 10 часов, 1 день. В остальном, в принципе, все нормально, да? 5 дней. 4 дня. Тут буквально ребята на грани. Ванька на грани. Офицер и этот. Что-то офицеры у нас подзабили. Видимо, тоже, ребята, они столкнулись с некой проблемой, как и я. Может быть, не могут дальше пройти. Игра очень требовательная. Как я понял, здесь очень, ребят, тяжело без доната. Поэтому я, как бы, наверное, не рекомендую тем, у кого нету в кармане лишней монеты. Вот так вот, будем честны. Так, ну что, а я пока попробую пройти не основную сюжетку, а вот эти вот уровни. Дракончика побомбить и вот здесь вот, в натиске. Ну, как-никак все-таки зарабатываем монетку и есть вероятность получить дополнительные, как говорится, жетоны на определенных героев. Авось нам повезет, как говорится. Ну что, сейчас мы с тобой здесь пройдем первый натиск, потом у нас будет с тобой побережье. Ну что, начнем. Угу. Так, я, наверное, уберу наших лучников подальше пока. Пускай подходят еще ближе. Так, отлично. А здесь, в принципе, можно уже и выстрелить. А если я так сделаю? Фиговенько. А так? Подожди, мы можем сделать немножко по-другому. Вот. Распетрушили. Этого добиваем. Скелет, получи стрелу в лоб. Ох, какая же она ватная, ребят, ё-моё. С полтыка ее разбирает. Просто с полтычка. Так, ну что, давай, наверное, выходи сюда. Ты добивай этого скелета мне. Так, добиваем этого скелета. И лучника ставим сюда. Так, ну что? А, я не могу его добить. Окей. Пропускаем ход. Ты смотри, что творят, эй. Отойди-ка, маг, оттуда, пожалуйста. Там слишком опасно тебе стоять. А вот этого, в принципе, можно выводить уже. Пропускаем ход. Смотри, смотри, что творят, а. Вот же супостаты. Этого, я надеюсь, мы добьем. Упс, не вышло. Закололи. Так, пропускаем ход. Смотри, что творят, а. Ироды. Что я могу еще сказать по этому поводу? Вот меня вот это вот удивляет, ребята. Он берет провокацию. А, нет, все, 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 извините. Я думал, почему-то не сработало вот на этого скелета. Все нормально сработало. Не увидел просто сначала. Так, добиваем здесь. И лучик вообще у меня просидел в тылу, грубо говоря, да? Ну что, здесь сделаем так. Сюда. Расстреливай. И добиваем этого. Еще будет волна, последняя. Ой-ой-ой-ой-ой, мага. Мага вынесли, прикинь.
слишком далеко, не успеет она. Да, в принципе, это и не нужно. Сейчас мы с тобой здесь сделаем так. Супер удар. Добиваем скелета. Ну все, тут победа за нами, ребят. Должна, по идее, быть. Эть, не достаю, прикинь. До скелета. Все. Ну что же, победа. И мы с тобой... О, смотри, сколько нам надавали с тобой. Вот это шикарно, ребята. Именно вот про это я вам говорил. Что дают довольно неплохие награды. Так, у нас с тобой еще, по-моему, есть один билет. Плюс я выполнил задание. Опа. Так, книжка опыта. Книжка опыта, две даже. Ага. И получай сундук. Ну, будем вот так вот потихонечку, ребят, зарабатывать деньги. Я другого варианта просто не вижу, как еще здесь прокачиваться. Опа, жетон призова. Слушай, это же хорошо. Жетон призыва — это всегда хорошо. Что у нас тут? Давай-ка... А, мы сейчас жетончик с тобой можем использовать. Ну, давай, срабатывай. Ты что зависла-то? Ты лич и что? Ух ты. Блин, наверное, много нужно карточек. Раз этот персонаж мне до сих пор еще не открылся. А распродано. А что, сундуки у нас все, ребята? Так быстро распродаются? Удивительно. Здесь я хочу, ребят, наверное, все-таки нашего конника прокачать. 1500, ты представляешь? Вот еще могу, но уже не хватает финансов. Элементарно. Так, что у нас с Кацуме? Можно надеть. И новый ранг. Новый ранг. Так, оденем наручи. Дадим еду. Книжка опыта. Ох, ё. Это ж сколько опыта получит она? А, до 5 уровня качнется. Ну, давай. Ах ты. Я совсем забываю, что книжки для того, чтобы использовать, нужны, ребята, еще и деньги. Немножко странно как-то получается, да? В лавку. Я даже не могу надеть, потому что 30 монет стоит вот эту вот применить шмотку. Ну что ж, ладно, давай с тобой следующий тогда бой. У нас еще есть с тобой один, как говорится, билетик. Попробуем здесь пройти и что-нибудь получить. Можем сходить на побережье. Там, в принципе, тоже можно заработать. Давай-ка я, наверное, уберу Кацуме и поставлю нашу Рензи, бабушку. И здесь, кстати, вот так, хотя нет. Вот так. Так, явились, не запылились. Слушай, если я пропущу ход, они не дойдут до меня ведь? Не дойдут. Ну и хорошо. Мы с тобой сделаем следующим тогда образом. Дракон просто жарнет вот сюда. Солидно. Этот бросит вот так. Так, бабулюшка, ты будь добра. Ну почему что только одного-то, а? Ну-ка уничтожаем. Окей, смотрим. Стрелки, да? Стрелочки, значит. Дракоша, ах, ты не можешь достать. Понял тебя. А мы тогда сделаем вот так вот. Да ядрен матрена, ну что это такое? Да блин, и почему одного-то всего? Ай, бабулю, наверное, сейчас... Не бабулю, а этого жабаненка, скорее всего, уничтожат. Да. Беспощадно, сразу же, с лету, понимаешь, просто... Будем мстить за этого жабаненка нашего. Сделаем так. Так, давай сюда. Ну-ка, прекрасно. Ты смотри, что творит, а. Вот их ломонище-то, а, несчастный. Бабуль, пробей, пожалуйста. Шикарно. Так, дракона можно, в принципе... Нет, лучше... А, бабуля уже все сходила. Вот так сделаем. О! Ну, нифига не дают. Да, конечно, они тут наяривают. Просто, что они тут себе позволяют, это жесть.
Ну, пропускаем ход. Сколько еще? Еще одна волна будет, да, у нас? Понятно. Так, давай, выходи оттуда, Ханна. Так, и ты вот сюда. Все, пропускаем ход. Понятно. Фигею просто у них тут разборки, а. Так, рыцарь. Давай так сделаем. Вот так. Чё-то тут вообще, ребят, на нас какой-то раскромсон идет, просто натуральный. Этот не достает. Все настолько плохо, что ли? Окей. Так, иди сюда. Да. Ну, этого уничтожаем. Это последняя волна или нет? Так, ты достанешь до него? Так, давай вот так вот сделаем. Сбоку. Сбоку зайдем. И добиваем. Все, прошли. Ох ты, смотри-ка. Нормуль. Денег, конечно, мало дают, но, слава богу, там карточек дают хорошо. По две, по три. Жалко, у меня больше нету, да, возможности. Через 3 часа 9 минут только сделается откат. Так, давай смотрим, что у нас тут. На Кацуме что-то доступно, да? Понял. И книжку, да, могу использовать. Нет, вот эту не могу, вот эту можно. Жестко. Что я тебе могу по этому поводу сказать? Побережье Беловодья. Две попытки у меня есть. Поехали. Так, жабонята, понятно, шипы, гемы. Ну и, как обычно, монетки. Сэр Эвадрус из Лучезарного Ордена. Так, подожди, я не хочу убирать. Ставьте его на место, поехали. Угу. Будем вот эти сундуки бомбить. Так, давай сюда, наверное. Сюда теперь. Вот так вот. 34 монеты, неплохо. Так, же монета, хорош. Знаете, вот вам. Сюда бомбанем. Сюда. И встанем сюда. А дотянуться вот до сюда сможешь, нет? Можешь. Окей. Так, по-моему, надо вызвать. Пускай помогают, да? Тут стоят там, прохлаждаются. И в ящик. Вот так вот. Три кувшина плюс ящик, да? Молодцы, спасибо, помогли. Так, курицу получили. И... Да ладно, хочешь сказать, не хватит? Все нормуль. Че, больше ничего нету? Пропускаем ход. Так, тут деньги, кувшин. Тут деньги, кувшин. Пропускаем. Ага, два ящика и кувшин. Но все. Или не все? Все? А, гемы, ё-моё, гемы пропустил. Блин. Твою ж налево. Ну ладно, блин, ну бывает. Бывает, не доглядел, ребята. Твою ж налево, там было вот. Думаю, что такое? Обычно, когда забираешь все, игра автоматически открывается. А тут, ну, пропустил. Пускай там 2-3 гема, но все равно полезно. Особенно, когда на арене выступаешь и ролишь противников. Ну что, начать, как всегда. Угу. Ну давай отсюда начнем, наверное. Так, а если я рыцарей вызову? Сразу, так сказать, преимущество с тобой небольшое будем брать. Давай сюда выйдем. Угу, молодцы, красавцы. Так, сюда. Вот сюда вот бомбанем. Все сразу, да? С копом. Окей.
Так, ну что у нас тут? Я вижу ящик. Я вижу монеты. Давай так вот подстрелим. Сюда перелетим. Красавцы. Молодцы. Так, ты берешь вот это, а ты вот это вот. Так, берем деньги. И тут деньги. По-моему, все, да, собрали. Пропускаем ход. Угу, молодцы. И последний сундук. Где мы тут еще? Все. Ну что, последняя волна с добычей. Это была или будет? Это была. Ну вот, неплохо, неплохо нам дали награды. Ну что, мы с тобой побережье тоже обчистили, получается. У нас с тобой остается что? Ну здесь все, ребята, да? Это через 11... Блин, тут откаты такие долгие. Через 11 часов только лишь произойдет возможность зайти. Ну что, пойдем тогда на гильдейские рейды. Сразиться с боссом, конечно же. Так, запускаем бомбу. Поехали. Чем быстрее замучим его, тем быстрее нам дадут с тобой награды. Остров Муруроа. Начать. Вон он, да? Пройдоха стоит. Давай, рыцарей. Тыч, тыч. Не попадаем, да? Не попадем мы там. Ну, давай я вот, я не знаю. Ну, встанем вот так с тобой. Куда он полетит? Фиг его знает. Он приземлился прямо на этого, на жабаненка, прикинь. Просто на жабаненка взял и приземлился. Если я вот так вот возьму в провокацию. Бомбим. Смотри, что творит, а? Так, подожди. Давай-ка мы вот этого, наверное, с тобой берем отсюда. Вот так. А теперь бомбанем. Прямо вот сюда вот. Круто же. На тебе. Блин, мага завалили. Да что ж ты будешь делать? Как-то быстро они все это делают. Сколько я всего? 425 урона нанес. Но это вообще мало, ребят. Тьфу. 479 урона. Все, тут, короче, меня расплющат. 507. Отличный бой. Ну, так себе, я бы сказал. Ничего отличного я там не увидел. Ну, 507 урона все-таки. Полтыщи, это тоже, ребят, годится. Погнали дальше. Тут у меня уже нету никакой бомбочки. Что вот это за чувак? Ну, 100% какой-то ассасин. В маске, все дела. Так, наверное, жабаненка я уберу все-таки здесь. И Кацуме поставлю, наверное. Поехали. Ну и куда он полетит? Сейчас посмотрим. Специально, что ли, так делает? Я не пойму, а? Встает в разные точки. Тут вообще расколбас полнейший, ребят. Поехали. В провокацию. А че он улетел-то? Я же вроде в провокацию взял. Как? Почему так произошло? Не понял я. В плане далеко. Кацуме погибла. И нас осталось сколько? Нас осталось двое. Ох, лютует, а ты посмотри.
Ну опять где-то около 500 урона я ему нанесу. Это в лучшем случае. Смотри, он все, все абсолютно заклепал. 452. Ну почти, ребят, 500. Конечно, трэш. Трэш полный. Герои не прокачанные, у меня ни шиша. Урон минимальный. Да, плохо, конечно. Ну, ребят, как могу, понимаешь? Я сюда и без доната пришел играть. Поэтому уж извините, что вот так вот медленно. Поначалу все вроде бы было легко, а потом, видишь, как резко круто поменялось. Может быть, даже разрабы так специально сделали. Усложнили игру, чтобы сюда втюхивать бабло. Чтобы ты не смог проходить без доната. Так, ну что? О, начинается, начинается опять, а? Давай вызовем. Да я не могу туда вызвать. Блин, давай сюда тогда. Так, вот смотри, я беру в провокацию специально. На него, походу, дело не влияет. Провокация, то, что я делаю, вот в чем. Загвоздка, оказывается. Трындец. Хорошо, давай сделаем так. Так. Эх, а этот у меня, ну, так вот только может сделать все. А, Кацумы еще. Ну, что Кацумы? Кацумы вот могу только сюда поставить, все. И он специально пришел и уничтожил Кацумы. Ты прикинь, это специально было сделано, ребят. Просто пришел и раздавил ее. Ушлепок. 259 урона. Это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем, ребят. 340 урона. Сейчас он еще сходит. Сколько там получается? Не вижу ни шиша, тут такое плотное все. 436. Ну, практически как в прошлый раз. Такой же результат. Блин, хочется ему такой дамаг, ну, нанести офигенно мощный. Ну, никак не могу сделать. Так, я три попытки потратил, да? На битву с ним. Арена героев. Фестиваль. Когда, ребят, фестиваль-то? А, вот он идет. Идет же фестиваль у нас этот? Или не идет? Подожди, я не понял. А фестиваль-то где сам? Фестиваль королевства за стеной. Да не так, повышать в рейтинговом. Я ничего не понял. Раньше мы с тобой играли в эти, ну, задания были специальные, где мы проходили. А сейчас-то где? Так, вы перешли на следующую лигу. Окей. Открываем сундук. Деньги. Так, какая-то сфера. О, спасибо. 5 карточек на героя. Так, ну что, попробуй. Ё-моё. Сам Бог тебя послал ко мне на разборочку. Ну, ребят, этого сейчас просто на один зубок. Сейчас чик-чик и все. Перемолочу тут. Это мой отряд, да? Мой. Смотри. Ой, подожди. Это делается вообще на изи. Смотри. Бабулец, давай. Ну-ка сюда, если. Тынц, тынц. Эть. Эть, и не достает. Пропускаем ход. Убираем.
Убрали. И добили. Но тут изично, слишком изично, ребята. Продолжить. Что там шкварчит? Насыпало, да? Так, ну что, давай еще одну победу с тобой сделаем. Возьму я, ну, к примеру, вот этого. Ёлки-палки, это кто такой? Это кто такой, я тебе спрашиваю? Что за хламон там? Надо как-то его вырубить. Это топовая звезда, да, получается, у него там одна? Ну, начнем, предположим. Сделаем вот так с тобой. Ё-моё. Так, я, наверное, пропущу ход. А, он на крабе на каком-то сидит. Прикинь. А если я вот так сделаю? Ух. Солидно. Так, поучаствуйте в сражениях. Я поучаствовал. Так, я получаю сейчас награду сундук. И еще выполнил одно из заданий. Поэтому мне две награды полагается. Так, деревянный сундук арены. 50 голды, 1 гем и билеты. Шипы. Так. Ну, с этими билетами все понятно. Билетов у меня этих дофигища, ребят. Так, а я думал, что еще получу. Нет? Нет, получается. Слушай, ну раз у меня энергии дофигища, дай тогда я сделаю, знаешь что? Пособираю на кого мне надо-то? По-моему, на мага, да? Да. Энергию раз некуда девать, я попробую здесь, ребят, в рейдах пошуршать. Ага. Так, все, попытки на сегодня закончились. Итого, сколько я там... Так, тихо, здесь заберем награду. Бронзовый сундук, монетки, гемы. О, шапка. Так, 40 энергии у меня еще осталось. А что здесь показывают? Бой. Какой бой? Подожди секунду. Что-то я не могу понять. Вот здесь вот что-то отмечается. Бой. Повысить. Конечно, повысить, друзья мои. Конечно, повысить. До третьей звезды. Сколько у тебя стоит? 1500, ребята, чтобы повысить... Люто. Ну-ка. Давай. Так, нам нужно с тобой максимальное для данного героя. А что нам нужно? Нам нужно с тобой 50 теперь карточек на него найти. Да что же вот тут отмечается, никак не могу понять. Один. Ну, бой и единичка, что это? А, все, понял. Я думаю, что там отмечается? В плане недоста... А, у меня 55. Все, я понял. Так, ну что? Кацуме, а у тебя-то что здесь? Ага, бронька. Ну ладно, предположим. Девятый. Девятый уровень получает, да, она? Тут соточку. 150, 200... Она у меня 9 уровня, да? Я могу еще ее качать, качать, качать и качать. Угу. Ну что, мы продолжаем с тобой поединки на арене. На арене, говорю. И здесь я возьму вот этого. Ну, естественно, ребята, какой человек пойдет сразу на высокого противника? На высокие ранги? Конечно же, нет. Если хочешь фармить, ты должен бомбить маленьких. Начинаешь всегда с маленьких. Так, я, наверное, начну бой. И сразу... Ага. Она выстрелит. Трындец, она выстрелила. Упс. Дело дрянь. Дело очень дрянь. Сейчас будут разборки, ребят. Воу, 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 воу.
Ты что, серьезно, что ли? Да ну нафиг, какого хрена он так делает, блин? Такого быть не может, блин. Разошелся он мне здесь. Фига, блин. Ты прикинь. 2500 мощей у меня расхерачил. Как будто я не знаю, как будто у него там сколько было. Ну, тут, ребята, никогда не предугадаешь. Хе-хе, вот здесь сразу меняем. И здесь я меняю. Ну, вот здесь вот можно попробовать еще. Да. Погнали. В бой. За каждую победу ты получаешь один значок, да? Герба. Гербы нужны нам вот для этого фестиваля. Слушай, может быть, нам тоже брать Кацуме, а? Пускай стоит здесь себе. На стреме. А вот этого уберем и поставим сюда. Ну, бабку поставим. Начать. У него, главное, сразу встает в стойку. Почему у меня не встает в стойку? Скажи-ка мне на милость. Дай-ка я подожду, пока они сами сюда ко мне подойдут. Ага. Ну, поехали. К примеру, сделаем так. Так. И вот так. Дальше. Зарядим сюда. И попробуем вот так сделать. Окей. Ах, ты прикинь. Чё творит, а? Фух, ну мы выиграли с тобой здесь. Мы выиграли. Ладно, двигаемся дальше. Там надо было нам сколько-то побед Ридзи, по-моему, 7 или 10. Смотрим противничка. Ну, вот этого можно еще попробовать. Блин, ну вот этот вот хламон меня раздражает. Но я попытаюсь все-таки. Он меня хоть и бесит, но я попытаюсь. У него слишком имбовый удар. Он вокруг себя всех, по-моему, бьет, я так понимаю. И бьет, тем более, под крит. Ну что, я пропускаю ход. Пускай они все идут ко мне сюда. Блок. Блок, блин, сработал. Ты прикинь? Поехали. Предположим. Давай так сделаем дальше. Ну... Так, бабулец, бабулец. Бабулец может только что сейчас сделать. Хильнуть. Офигенно. О-о-о-о. Ну ты посмотри, что он творит, блин, а? И как ты, извини, вот как вот, извини меня, бомбиться с ним? Ну-ка, проверим. Ты меня, конечно, извини, но это вообще... Это трэш. Мага выбили из кустов, да? И уничтожили. Вообще по красоте. У меня нет слов просто. У меня нет слов. Я говорю, как этот придурок, блин, в отряде стоит, все. Обязательно проигрыш идет. Я не знаю, как его вообще здесь можно уничтожить. Так, ладно, поехали. Я не успокоюсь. Я пока все попытки, ребят, не потрачу, я не угомонюсь сегодня. Прикольный у него тут шлемак, да, такой? Крыс разъяренный наверху. Так, здесь... А это кто такой? Слушай, мы, наверное, с тобой... Подожди, поставь на место.
Да поставь на место дракона-то, блин. Давай, наверное, вот так вот с тобой отойдем. Куда тебя убрать-то? Давай сюда, наверное. Посмотрим. Ага. Ё-моё, вытянул. Ну все, ребята, вам хана, вы достали. Поехали. Ну, бабулец, ну... Одним словом, бабулец. Так, уничтожаем этого дракона. Это кто? Никак не могу понять. Кто это такой? Какой-то гном, что ли? Мне не видно просто, кто это. Но ему крышка в любом случае. Опа, это что такое у него там? Ох ты. Это он себе брони столько настакал, что ли? Ну да. Фига ты. Причем эта броня пробивается только магией. Вот так вот, друзья мои. Странно, но прикольно. Такой бронированный гном с щитом. Так, получаем сундук. Два гема и билеты. Плюс порошок какой-то. Ну, давай попробуем. Вот, вот он этот гном, ребят. По мощам написано 2000+. Давай посмотрим, насколько у нас получится здесь выиграть. И получится ли вообще. Как они прокачивают до таких этих... А, так это же тот же самый отряд, ребят. Так, подожди, Кацума, верни. Начать. Попробуем также с тобой провернуть всю эту схему. Если я выстрелю... Выстрелил, блин, на свою голову. Ну давай посмотрим, к чему это все приведет. Приведет к тому, что Кацуме у меня отдуплится. Вот к чему это приведет. Ну-ка. Цепная молния, погнала. Так, здесь, если я сюда вот вжарю. Так, минус двоечка, да? И сюда попробуем. Ох, ничего себе. Ты видел, гном к чему слаб? К магии, оказывается. Он силен в физухе, но магия его просто прошила полностью. Понятно, будем знать на будущее. Так, дракончик у меня получил новый уровень. Это круто. Так, ну что, у нас там еще, по-моему, билетиков хватает, да? Еще не на один бой. Ну давай, прогружайся быстрее. Так, еще два поединка могу сделать. Да, тут уже пошли. Ну тут уже 33 000. Ну как, ребята, здесь вот. Ты хочешь сказать, что он сам это все заработал? Да донатеры, голимые донатеры. Вот по-другому никак, ребят. Я попробую вот это вот разобрать. Учитесь у меня, без донатов, ребята. Да хрен с ним, тяжело, но ни рубля сюда не вкладывая. Эти пускай вкладывают. Потом уйдут из игры и бабки профукают. А мне жалеть не о чем будет. Вот и все. Так, ну что, мы с тобой... Я, наверное, отступлю вот сюда вот. Так, пропустим ход. Пропустил, мать твой, ход, блин. Дракон плешивый, а. Твою же налево, а. Ну что я могу сделать? Я могу только отступить вот сюда вот, ребят. Поехали. Запинайте эту Кацуме нафиг. Здесь уничтожим этого. Ну, на свой страх и риск. О, ну хотя бы пол хп. Он сейчас, конечно, вертушку сделает.
Так, мага завалили. Она в кустах стоит, уходим. Почему в кустах, ребята, ее не бить? У нее 50, минус 50 к дамагу. То есть защита улучшается у нее, когда она стоит в кустах там или еще где-нибудь. Поэтому лучше ее отойти, чтобы она оттуда выбежала. Ну что, мы победили. Нам еще две победы, да, нужно? Для того, чтобы получить сундук. А, нет, одну. Ну давай вот этого вот возьмем, наверное, да? На пробу, на зубок, так сказать. Тут какой-то дед с бочкой, бухарик, видимо, какой-то. Может быть, бросает бочку свою, я не знаю. С таким я еще не встречался. И вот с таким я, кстати, не встречался. Какой-то песчаный ассасин. Ну что, мы, наверное, с тобой начнем. Пропустим ход. Почему я так и думал, ребята, а? Почему я так и думал, блин, что он бочку бросает, а? Твою же налево, блин. Эх, да. Печалька. Уничтожим эту пакость. О, так тупо и нелепо проиграть мог только я. Ты видел, как этот хмырь бочку бросает? Он бы еще за километр бы от себя бы бросал бы. Офигеть. И причем урона столько нанес. Чересчур много. Ну вы дадите мне нормального, ну, подходящего соперника. Ну что тут с балансом, блин, творится? Тридец. 13, 16 тысяч. 10. Вот как я должен с ними драться, ты извини меня? Как я тут должен вообще продвигаться по этому рейтингу, а? Довольствоваться крохами вот этими, блин. Пипец, тут опять же этот хламон, блин, ассасин вшивый. Да, ладно. Кого сюда поставить? Мага? Кого еще поставить? Поехали. Пропустим, наверное, ход, пускай они сами сюда подходят. Да чтоб тебя-то вшивый дракон достал уже, а? Поехали. Так, теперь врубаем вот такой вот огонь. Я сказал, блин, врубаем огонь, он взял. Понятное дело. Ё-моё. Что он сделал? Что сделал этот чувак, который был на Чукоба? Я в шоке. Что-то сделал и всех вокруг себя повалил. Но я, правда, им не играл, поэтому, ребята, я не знаю, какая у него способность. Так что не обессудьте. Блин. Ну вот бесит он меня. Ну я не знаю, ребят, ну вот как быть? Ну вот он меня бесит, этот ассасин. Я не знаю, где его достали, откуда он выпадает. Мне вот Кацуме досталось и все. Ну может быть там по сюжетке где-то выпадет. Мне кажется, Кацуме надо убирать. Мне кажется, ее надо убирать и ставить сюда вот что-нибудь типа такого. И вот типа такого. Давай попробуем. Поехали. Ну ты, блин, сейчас серьезно. Ну-ка. Я вообще не могу ничего сделать, прикинь. Это что, мой дракон умер? Пропускаем ход. Вопрос, как мне туда пробраться к ним, а? В кусты. Пропускаем ход.
Так, ну что? Подожди, я же хотел... Что вообще происходит-то? Этот где-то стоит, не пойму где. В какой заднице, блин. Да и все, в принципе, меня сейчас разнесут здесь. Я не могу рыцарей даже своих выставить здесь. Ты хоть вообще хоть что-нибудь можешь сегодня делать, блин, или нет? Они что, скажем, уровнем еще прокачиваются эти же... Ну это что такое, блин? Все, меня ребята еще застанили, я вообще ходить не могу. Эти рыцари у него прокачались. Убежал. Убежал, называется. Меня просто убивает этот баланс, ребята. Вообще убивает. Никакой, блин, справедливости нету. Просто. Давай вот этого. Я представляю, если мы сейчас еще вот здесь вот проиграем. 1500 мощей, запомни. 1500. По идее, он должен разбираться вообще с полтыка. Как у него уже... Мне кажется, вот этот вот персонаж, он покупной. Вот этот вот, с мечом. Я лично его нигде не видел, чтобы он приобретался. Ну что, давай, идите сюда все. Погнали. Вжариваем. Сделаем вот так вот. Попробуем добить. Дальше сделать вот так. И выйти вот сюда вот. Ну это сейчас, смотри, что творит, а. Офигенно, да? На. Да сдохнет уже. В провокацию будет браться, нет? Взялся. Так, бабулец давай. Просто сейчас его со всех сторон. Он в кустах стоит, ребята, он получает минимальный урон. Ну ладно, здесь как бы по справедливости мы его убили, все. Но опять же нам повезло. Таких вот редко, ребята, 1500 мощей встретишь. В основном чересчур имбовый тебе. Но сундук наконец-то. Наконец-то выпало. Опа. Полезные штучки, кстати. Камень, черепок. Ух ты. Фартит. Друзья мои, фартит. Золька. Золька тоже, в принципе, хороша. Но вот она только что пушку свою ставит, ребят. И пушку она только свою лечит. Она может еще залечить нам дракона. Так, а здесь та же самая команда. Пропускаем ход. Угу. Активируем. Окей. Так, бабуль, ты как? Чпокнешь? Чпокнула. Здесь мы сделаем вот так. Динс. Ну, в принципе, сейчас. В ярость, видишь, он в ярость входит. Так, получил свое. Так. Ну, вжаривай. Ты возьмешь его в провокацию. Атакуем. В плане далеко. Далеко, говорит. Странный это какой-то дракон. Ну все, добиваем его. Красиво. Фух. Ну что. Там, по-моему, вообще у нас с тобой билетиков осталось шиш да не шиша. Буквально, наверное, на пару боев. А чтобы получить следующий сундук, нам нужно еще две победы. Ну вот, началось, короче, да? 6 тысяч, 7, 9, 24, 14. Ну вот этого только если попробовать. Попробовать. У него, по крайней мере, нету конника.
Но у него есть другой конник, да? Из лесных. Че, пропустим ход? Пускай они все бегут сюда. Угу. Как бы тут лучше так сделать-то? Давай попробуем так вот. Плохенько, да? Как-то вышло. Бабулька, бабулька. Да чтоб тебя, бабуля, а? Этого взяли в провокацию. А, мы двоих взяли в провокацию. Ага. Ну, допустим. Ну, давай так сделаем, фиг с ним. Да ты заколебал, дракоша, вонючий, а? Ну-ка. Ты вот, блин, сейчас серьезно? Что происходит? Что он делает? Есть! Офигеть, взрывом его снесло. Че он такого делал? Там он взрывался, потом появлялся опять на месте. Какой-то непонятный чувак был, конечно. Так, еще получается сколько? Две победы нужно, да? А, одна. И у меня последний билет, ребята. Восемнадцать тысяч, 21 тысяча. А где моя-то мощь? Я не могу понять. Вот это что ли моя? Или где? Мне кажется, вот это вот моя мощь. 4000. Офигенно. Ну дайте мне нормального подходящего-то, ё-моё, противника. Чего вы вот... Нифига, ребят. Во. Вот, что-то более-менее, да? Попробуем. Попробуем его одолеть. Надо вот этого, главное, жабаненка уничтожить в первую очередь. Сейчас мы посмотрим, кто у него там жабаненок. У него конник тоже есть. Пропустим ход. И дракончик, да, у него тоже есть. Вот они встали, кстати, очень хорошо встали здесь. Давай-ка мы попробуем. Фигово. А если так? Да куда ж ты бьешь-то, блин, бестолочь-то? У меня нет слов. Да, конечно, правильно. Слишком, блин, далеко пишет. Ай-яй-яй-яй-яй. Что происходит там? Ни шиша не разобрать. Где друг? Где враг? Где просто так? Ну-ка. Это кто? Это вражеский вот этот вот? Вражеский. Так. Бомс. Что-то мне подсказывает, что здесь фейлом пахнет. Ой, бабуля, бабуля, ё-моё, что это у тебя за дамаг такой, блин? Этот таракан сейчас довыделывается. Я манал. Все, проиграли. Не хватило, друзья мои, мне до сундучка, а я пытался. Ну что ж поделаешь. Ну не фартануло, друзья, не фартануло. Я говорю, без доната играю, без всего. Какие персонажи есть стандартные, такие есть.
Большего я себе позволить здесь не могу, к сожалению. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!